Итак, ребята, всем здорово! С вами Костина Диман, а также Юрчик, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Прячь и ищи». Привет, народ! Да, ребят. В общем-то, сегодня мы приехали в Палета Бэй. Ну и я в итоге читал комментарии под предыдущими роликами, вам максимально понравилась эта рубрика. Вы набрали много лайков, поэтому, ребята, давайте на этом ролике наберем не меньше 2000. Кто еще не поставил, обязательно поставьте, потому что будет очень нам приятно. А также, ребята, не забываем поддерживать ролик комментарием и, ребята, ставить колокольчик, потому что, я напоминаю, YouTube что-то не любит мой канал и очень сильно его душит. Поэтому, ребята, кому, в общем-то, не сложно, просто напишите комментарий, поставьте лайки, подпишитесь, колокольчик, все дела. Ну а мы в итоге, ребята, рассказываем суть. Все Палета прячем за 3 минуты, 3 тачки, соответственно, не летаем ничего более. Вот, а потом как спрятали, возвращаемся за следующий. Ну а когда все спрячем, уже будет 5 минут на поиски. А потом мы выберем всего лишь одну тачку, самую лучшую, и пройдем ряд испытаний. Все просто, братан. В общем-то, давай тогда погнали прятать. Итак, ребята, время пошло всего 3 минуты. 3 минуты это очень мало. Я даже не знаю, куда прятать наш скрамжет, но, честно говоря, зеленый цвет очень сильно бросается. И нам нужно куда-нибудь на крышу его закинуть, чтоб Юрка тогда попотел, когда доставал его. И, честно говоря, я даже знаю, куда мы сейчас его закинем, чтобы он чисто время терял на поисках. Так, вот так вот. И пробуем. Твою мать, я улетел не туда, только не утонуть, ребята. Да, я утону, наверное, все-таки мы остановимся. Так, друзья, я еле выехал, и, кажись, это неплохо. Вообще неплохо, не дурно. Вообще не дурно. Давайте оставим ее просто здесь. Я точно знаю, что забраться сюда можно по лестницам. Вот Юрка попотеет, а мы идем прятать следующую тачку. Так, ребята, ламба следующая моя тачка, поэтому даже не знаю, куда ее засунуть. Вот честно, даже не могу предположить. Хотя, я знаю, ребята, я знаю, куда. Просто это будет топовая нычка, потому что засунем мы ее куда-нибудь. Точняк. Точняк, ребята, просто вот сюда мы сейчас ее засунем и просто поставим в кусты. Так, давай, время-то идет. Немножечко скрамжетом мы попотели, поэтому, ребята, на эти тачки, видимо, особо времени будет не так много. Давайте вот тут просто ее... А, блин, она в кустах не прячется. А, блин, я даже не знаю, куда. Ну, давай вот тут вот оставляем ее. Даже, знаете, вот сюда ее вот так вот ставим. Точняк, все. Пускай, короче, стоит здесь, я не думаю, что Юрка будет чекать эти места, а у нас осталось на, как раз таки, спрятать еще буквально 40 секунд и последняя тачка. И ТР за последняя тачка, Юрка, кстати, прячет всего лишь вторую, то есть, вероятнее всего, он последнюю спрячет очень плохо, а значит, у нас есть шансы куда-нибудь засунуть ТР за максимально круто и максимально далеко, и вопрос куда, время-то тикает. Так, тик-так, а я даже не могу предположить, где бы он... Он все места здесь знает, ребята, он просто знает все места. О, ну, в банк это будет немножечко глупо, наверное, потому что, да, он не заедет. А куда? 20 секунд остается, ребята. Угу. Обидно. Давай, поехали. Короче, я не знаю, ребята. Просто времени уже практически не остается. Я, наверное, таки спрячу ее хотя бы куда-нибудь вот сюда, что ли. Или даже вот, наверное... Да, точняк, мы спрячем его сейчас на задний двор вот того дома. И да, время практически кончилось, поэтому, ребята, я даже не... Давайте тут просто оставим ее, а почему бы нет, время-то кончилось, не будем фуфляндить. И да, ребята, я спрятал все тачки, а значит, мы дожидаемся Юрку, вроде как должен был уже все спрятать, и начинаем. Так, ребята, время пошло, 5 минут на поиски, и давай смотреть, куда ты засунул тачки. У тебя не красного цвета. Я обратил внимание, что уезжал постоянно по центральной улице, поеду сюда. Центральной улице, говоришь? Засранец ты. Где-то здесь. Короче, я напоминаю, нам нужно найти хотя бы одну тачку, но если найдешь 3 тачки, нашел первую. Уже, что ли? Да, она просто бросилась в глаза, просто въезд в, получается, Клакенбелл. Вот, если найдешь хотя бы 3, то будешь выбирать из 3 тачек. Если найдешь одну, то оставишь всего лишь одну. Ну, блин, это плохой вариант, это ламба говно. Вообще говно, она не едет. Чё ты нашел? Тоже ламбу, но не говно. Беда. Беда, да, конкретно это было беда. Легко, это было легко. Ладно, едем искать дальше. Время еще, в принципе, есть. Время еще есть, а значит, друзья, надо торопиться. Понимаю, что-то нашел. Так, я что-то красное видел или мне показалось? Стопе? Не знаю. Стопе, я видел что-то... Да ладно. У меня нычка интересная одна есть. Да ладно, не надо. Ну, нет, там нету тачки, я думал, что не да. Не надо печалиться. Палета-то огромный, на самом деле, и ты мог спрятать где угодно эти
тачки. И ребята, в общем-то, помогите. Просто помогите, я надеюсь на вас. Я буду читать все комментарии. Просто вот, чтобы в следующий раз понимал, какие нычки лучше всего смотреть. Просто пишите там, допустим, там-то, там-то, вот, я буду... Я второй нашел. Ты фуфил? Стояла максимально открыто. Какая? Это Ламба Терза. Понимаю, понимаю, это но... Это еще лучше, чем было. Я не понимаю. Я не хочу проходить на Ламбе эти испытания. Она максимум овощная. Куда ты что засунул-то? Я так и сделал, что самая, как бы, тачка такая. Где? Что по времени? Где? Так, по времени... Отстань, не мешает. 2.5, что ли, прошло? Половина. Мало половина. Где? Блин. У меня, короче, одна машинка спрятана прям так, нормально. А, да я вижу, что... Все очень сложно, я на крышах ничего не увидел. Да чтоб тебя! А ты, может, с крышами игрался, кстати? С крышами игрался, говоришь? Где можно подпрыгнуть тут? Где можно подпрыгнуть, говоришь? О, нихера, ты видел, да? Не видел, я отстань от меня, ты бесишь меня, ты где это засунул-то? Ребят, я не знаю, я просто, я не знаю, куда еще можно прятать тачки. Реально не знаю. Не надо печалиться. Я понимаю, бред. Бред силы. Ты все равно проиграешь. Ну подожди, ламба-то уже есть, тоже неплохо. Чикен. Ха-ха, нашел еще одно. Да пошел ты нахер, пошел ты. Это зеленое, хорошо. Красная. Заметил. Красная. Капец, я сейчас... Хера там летаешь. Фантазер нахер, где твои тачки, блин, а? По крышам херачу там. Я не... Где ты их засунул? Ты, блин, что-то сильно жестко. У меня жестко. Мотик спрятан жестко, а вторая машина довольно-таки хорошая. Подожди, я знаю одну нычку твою. Я знаю твою нычку, остается 1.5 минуты. Ну давай. Знаю твою нычку. И, я, конечно, ты тут не поставил тачку. Да-да, понимаю, спасибо большое. Я, короче, за тобой понаблюдаю, где-то там есть. Я не понимаю, где еще одна тачка-то? А, где еще одна тачка-то, блин? Да-да-да, я не знаю уже, где искать, точнее. Там байк я нашел, да, блин. Я вот тут только не искал, а там уже вроде везде все был. Времени-то 30 секунд остается, братан. Просто ну, 30 такое. Секунд, я не знаю, где. Ну, там я не знаю, как ты не заметил до сих пор, она вообще максимально так стоит, изи. Кого я не заметил? Кого не, изи, кого не заметил? Тачку. А-а-а! Как ты не заметил? Ты прикалываешься? Чья-то что? Она тут стояла? Да. Всю эту дорогу? Время вышло, напоминаю, ну я нашел тачку. Прикольно, чё? Ладно, окей, хорошо. Нашел всего лишь 2 тачки, ребята. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, у меня как бы Rocket Vault, который особо не едет. А еще что это там за хрень такая была? А еще это у меня дрифтовая ламба, которая по факту только в дерби неплохо себя показывает, и то не всегда. Давайте я покажу последнюю тачку, которую ты не нашел. Давай, давай, посмотрим. Да прям, ну. Я замечаю, что чем проще, тем лучше. Да ну, серьезно, чё? Это тот самый, да, получается? Да. Самый офигенный Кёнигсек, да, ребята, ну, понимаю. Самый офигенный Кёнигсек, это моя Регера. Но это пошло. Тоже неплохой, кстати, он очень быстрый. Ладно, ребята, получается, что мы нашли Юрка 3, я 2 тачки. Сейчас мы выберем одну на испытание, в общем-то, ее прокачаем и пройдем ряд испытаний. Погнали. Так, ребята, начинаем. Первое испытание, последний выживший. Я взял все-таки Волтик, потому что дрифтовая тачка круто, но такое... А, ты Терзу взял? Да. Ты взял Терзу? А у меня нет оружия, я бы тебя сейчас, блин, нахер бы взорвал бы. Ладно. Нет оружия. Ты за мной хочешь поехать? Да что ты делаешь-то? Дурак, что ли? Я тебя в жертву приношу. Иди сюда. Сюда, иди. Че, слабо, да? Слабо. Иди сюда. Погнали. Погнали. Мужика сбил, там звук чайки такой. Серьезно? Твою мать! Тихо! А вон и роботы, брат. Нихау! Нихау? How are you? Чё ты хаваешь? Ты на китайском, я тебя на английском. Нихаваю. Да я, кстати, хочу кушать. Я-то хочу кушать. Да ты задолбал, ты что за мной-то едешь? Чё там есть что? Никто не запрещал. Никто не запрещал? Ладно. Поехали к роботу. Поехали, братан. Уёпта! Ёпта! Да ладно!
Взорвали! 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 Да, сработало. Я, короче, нажал специальное ускорение и успел проехать под них, а ты в итоге остался здесь. Ладно, ребята, это получается мой первый балл, Волтик все-таки затащил. А мы восстанавливаем тачки и отправляемся уже на следующее испытание. Да, давай. Следующее испытание, ребята, это спринт-гоночка. Ехать нам аж целых 8 километров. Здесь электрокар и Волтик. В общем-то, шансы максимально одинаковые. Поэтому, братан, на счет 3. 3, 2, 1, поехали. Так, ну тебя нахер. Сколько у тебя максималка? Не знаю. Понимаю, у меня 170. Тихо. Чё? Бзди, как говорится. Бзди? Это как вариант, причем... Очень-таки беспроигрышный вариант. Ну ты уходишь, я себе нитро поджимаю. Конечно, не знаю. Я себе нитро поджимаю, ну, как бы вот это вот, ускоритель. Ускоритель, я тебя не догоняю, чтобы ты понимал. Я в среднем 250 еду. Да ладно. Кстати, а чё, у нас как бы, может, это, без правил сыграем, а? Ага! Чё нет-то? Ну давай! Чё, не мужик, что ли, а? Ты чё, тряпка, что ли, тряпка? Серьезно? Ну давай, чё. Серьезно? Согласен? Я тебе и так фуфло выиграю. Ну давай. Ну давай, как говорится. Мне даже не обязательно сокращать где-то. Может, все-таки не будем? Ты, мне кажется, там где-то сейчас в доме и останешься какой-нибудь. Да ладно. А я два мы не пользуемся. Да ладно, ты видал? Ты видал? Хорошо прилетел. Ты видал? Это было, кстати, практически, ну, как надо. Так, а тут же у нас поворот налево, блин, а я-то не могу сейчас пшикнуть. А, она же без правил. Я забыл-то, брат. Ну, летать ты в любом случае через А2 не можешь. Да, это да, это да, это да, но... А ехать мы должны по трассе все равно. Ну, я по трассе еду. Ну, плюс-минус, если дорога. Я по трассе еду. Я тебя врезался. А ты что, сокращаешь, что ли, срезаешь максимально? Нет, я просто пролетел и поехал дальше. А как ты пролетел? Сколько тебе осталось ехать? Да я на горе остановился и поехал дальше. Ну, как бы отскочил от горы. Сколько тебе осталось ехать, говори? Мало. Сколько? Я напрямую выехал, конечно. А, да ладно, я в итоге не, друзья. Так, давайте. Если ты еще там, я могу тебе подрезать. А, ты проехал эту прямую. Да уж, такое себе. Ну, через город лететь такое себе небоскребы было, конечно, затея у тебя хреновая. Ну, я пытался хоть что-нибудь продемонстрировать. Я, короче, тоже напрямую выехал, но я поздно выехал. Ты уже где-то здесь, получается, да? Ладно, ребята, как бы в последнем выжившем я взял балл, тут ты взял балл, это как бы понятно было сразу, но я пытался. А значит, у нас 1-1 по баллам, и идем тогда на следующее испытание. Ну, давай. Следующее испытание, прыжок веры, ребята. Получается, здесь у нас электрокар. Поехал, давай, ты первый. А не, я тебя уступлю. Да ты первый. Вдруг ты сейчас зазвенишь и врежешься. Да ты давай, первый. Я ладно. Ладно, давай, пробуем тогда. Ребята, реактивный движок. Нормально, идеально. Лучше и не скажешь, лучше и не надо, да, отлично. Ой, вот это еще и подкинуло. У тебя нету шансов, брат. Просто нету шансов. Да, у тебя получится второй ветряк, а я в итоге все перелетел. Ладно, ребята, мой второй балл, и мы отправляемся тогда на следующее испытание. Давай. Следующее скоростное испытание, ребята, это смертельные шашки. Ну и, соответственно, здесь все тот же состав. 3, 2, 1, погнали. У тебя не точно смертельные будут. Что ты делаешь? Да блин, я хотел кое-что сделать. Хотел взнуть? Да. А как еще-то? Эфирей трафик. Тихо. Понимаю. А что это было только что? Что было? Жесткий рассинхрон. Ты сверху меня пролетел, а меня назад выкинуло. Хотя это так не работает. Серьезно? Все-таки цепануло? Так не работает. Она работает только когда этот, ну, в упор. Ну не знаю, брат. Я-то... Ты прям мне по крыше проехал и как-то странно меня прям выкинул. Ты у меня вообще где-то был справа вроде как в тот момент. Тихо, да, да, говорю. нормально проехали. Короче, давай. Ты так догоняешь. Да блин! До свидания. Да блин! А, ч... а, о, прости. А, ты еще как стена, понимаю. Прости. Твою мать! Твою мать! О, дурак! А ты не отлетел? Нет, ты бы хоть завернул. Нафиг! Я-то думал, я тебя все-таки этим пшиком-то откину, я на это надеялся. Меня-то, может быть, и откинешь, а сам-то чего улетел. Я два раза пытался это сделать, пока ты был сзади, но, видимо... Бляха-муха, ссаный хаммер. Серьезно? То есть у меня шансы есть? Ну, не уверен, конечно, но maybe. Давай. Я вижу тебя!
Копы, ускоряшка. Копы не любят тебя. Ускоряшка, какашка. Спасет тебя ускоряшка. Сам ты... Ну, нет, тебя нафиг. Нафиг. Блин, ладно. У меня боты просто ловили. 2-2 по баллам, ребята. Я пытался. Ну, в общем-то, да, ошибка-то была совершена. Я думал, ты тебя откинет, а ты как-то сбоку, наверное, был в этот момент. Я что-то не посмотрел. Самое интересное, я отлетел назад, когда ты сверху меня пролетел на Нита, такое ощущение было, и меня откинуло. Я не знаю, как это сработало. Ну, тоже как бы неплохо. Ладно, ребята, у нас остается еще одно испытание, поэтому погнали туда. Итак, друзья, прибыли мы на последнее испытание дерби. Давай устроим до 2 побед и погнали. Все просто, просто скинуть нужно. Ну да, более-менее такое нейтральное испытание для обоих тачек. А чё ты не нажал-то? Нажми ты уже. Нет. Нажми, дурак! Ты чё ржёшь-то так? Не подавись, не поперхнись. Погнали, второй раунд. Сейчас все будет, брат. Сдулся, как воздушный шарик. Так... Красиво. Только не туда. Ты что, хочешь меня сдуть попытаться? А что мне это делать-то? Ты как камень. Твою мать! Твою мать! Твою мать! А что так быстро? Давай еще один раунд, чисто ради интереса. Давай ради интереса попробуем меня сдуть. Это вообще работает? Давай, попробуем. Я знаю, что ботмобиль точно работает. Вот волки пизда. Ну-ка. Да, работает чуть-чуть. Ну, это вообще... Ты улетаешь больше, чем я. Да, это вообще минимал. Ладно, ребята, короче, я думаю, тут все понятно. А чё вот так сразу нельзя-то, а? И вот просто вот так вот тогда. Да ты камень-то, блин. Я отъехал. Я жив? Где? Я жив. Оу. Мы как бы уже закончили. Мы как-то закончили. Понимаю, ладно, не поймал. Ладно, короче, ребята, это все, конечно, шутки. Прикольно получилось. Я надеюсь, что ролик вам понравился. Обязательно, ребята, давайте поставим как минимум 2000 лайков, чтобы эта рубрика выходила почаще. Ну, а я с вами прощаюсь. У нас все ссылочки на наши каналы будут в описании. Также инстаграмчик вы там же увидите. Вот, обязательно подписывайтесь. А с вами был Диман и Юрка. Всем удачи и всем пока. Пока, ладно.